Так, друзья, доброе утро. Небольшое вступление и начнем практику. Занятие практическое, то есть минимум теории, максимум практики. Сегодня будет подобный комплекс для и по развитию дыхательного центра нашего, дыхательной системы и раскрытие, раскрытие наших энергетических центров. Я об этом не говорил. Комплекс будет включать в себя активное форсированное дыхание. Это хастрика и капалабхати. Капалабхати, хастрика. Дыхание животом, дыхание всей грудной клеткой. И, соответственно, вот эти центры, которые у нас в районе живота, в районе грудной клетки, они раскачиваются. Также у нас будут звуки ха на выдохе. То есть горловая, горло будет активным. Также я попрошу делать на выдохе. Сейчас кто новенький, я объясню комплекс. Язык. На выдохе мы тянем грудной клетки, глаза через межбровье, то есть сведение глаз к межбровью и концентрация в центре головы. Это у нас Шамхави Мудра называется в йоге. И это выдох с симхасаной, симха, то есть с элементом позы льва, активирует у нас лицо, внутренние структуры головы. Втягивание живота, удьяны банха. Понятно, мы работаем со всей, вот от тазового дна. А удьяны банха, попробуйте сейчас втянуть животик. Просто произвольно. Выдохнули. Вот это удьяны банха. Почувствуйте, подтягиваются ли мышцы тазового дна. И вот здесь история с подъеремной ямкой, с горлом. Это у нас получается перекрытие здесь. Попробуйте сейчас почувствовать. И внизу. Мула банха, удьяны банха, джаладхара банха. Три замка. Это такая небольшая теоретическая часть. Если что-то непонятно, кто новенький, просто пропускайте, мы будем достаточно все наглядно показывать. Начнем с тишины. Сели ровненько, с прямой спинкой, почувствовали себя. Глаза не закрывайте, не заворачивайтесь внутрь с открытыми глазами. Почувствуйте пространство свое. Дайте возможность глазам пространство свое просматривать. И взгляд чуть выше горизонта. Да, вот у нас горизонт и чуть выше горизонта. Почувствуйте, что сейчас вот со мной, что сейчас с вами происходит, какая погода внутри, как ощущается тело, как ощущается вес. Давайте почувствуем вес и отдадим вес, больше весов в опору. Как ощущается голова. И давайте голову сделаем легкой, как воздушный шарик. Пусть она стремится вверх. Как чувствуется позвоночник, линия позвоночника? Как чувствуются руки, ноги, лицо? Какие при этом я испытываю эмоции? Как можно определить психическое состояние? Вот этим вот достаточно ранним утром.
Присутствует ли такая вялость, сонливость? Или такая разрозненность, может быть, раздерганность мысли, внимание, все бегает. Или какое-то, может быть, беспокойство присутствует. Это я сейчас описываю препятствия к практике. То, что нам нужно убрать, ну, во время вот вступления, во время разминки, обычно эти препятствия уходят, и появляется такая однонаправленность, фокусировка, способность удерживать взгляд на одном объекте, способность чувствовать и удерживать внимание на ощущениях тела. Давайте почувствуем тело еще раз. Фокусировка. И удерживаем внимание на ощущениях от мышц тела. Так, не спросил, есть ли там, ну, хорошо ли звук и картинка передаются, но раз все молчат, значит, все хорошо, да? Итак, начинаем. Мы немножечко посидели, так, выровнялись и почувствовали, да, вот это ощущение себя. И вот это ощущение себя мы проносим всю практику, через всю практику. Давайте встаем. Встаем в удобное положение, ножки. Вот стандартная поза какая у нас. Ноги на ширине таза. Вот он, на ширине таза. Стопы параллельно. Пальчики растопырены. И зацепляемся пальцами всеми за пол. Чувствуем пятку. Чувствуем внешнюю ребро стопы. Чувствуем арочку. Плюсы. Как будто бы мы вот здесь на двух мячиках стоим. Почувствуйте вот эту. Вот подвигайте стопой вправо-влево, покачайте вот просто стопу саму. И найдите среднее положение, когда чувствуется арочка. Колени мягкие, таз чуть-чуть. Давайте подвигаем руки на пояс, на крылья таза и подвигайте таз вперед-назад. Покачайте наклон таза. Копчик вниз, копчик вверх. Вот это. Ага. Мы уже потихонечку начинаем разминку. И выровняли таз в такое положение, когда, ну, если представить таз в виде какого-то таза, то как будто бы там, мы на, если налить воду, вода не выливается ни вперед, ни назад. Вот мне вот такой пример иногда приходит в голову почему-то. Таз, да? И теперь из таза позвоночником мы двигайтесь вниманием по позвоночнику вверх, через макушку, и из макушки лучик внимания вверх. Ладошку на живот. И первое, что мы будем делать, подышим. Можно двумя руками по часовой стрелке. По часовой. Хорошо. И теперь дышим животиком. Ладошки на животе. Одна или две. До входа животом. Так, чтобы живот двигался. Активируем брюшное дыхание, диафрагмальное дыхание. Давайте вместе выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Живот очень важно, вдох. Выдох. Ребрышки. Нижние ребра погладили. Все ребрышки давайте вверх, вниз погладили. И теперь живот и ребра добавляем. Живот, вдох и ребра. Чуть-чуть толкаем руками ребра. Такое мягкое сопротивление оказываем. Вдох.
Выдох. Толкаем ребрышки, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. При этом у нас голова и щель продолжаем дышать поджато. И мы создаем такой внутренний звук шипящий. Мне нравится все произносить постоянно звук О на вдохе, А на выдохе. И мы дальше идем к ключицам. Живот, ребра, добавляем ключицы и пальчики ставим на 1 сантиметр над ключицами. На 1 сантиметр вот так держим. Держим. Или на пол сантиметра. И теперь пробуем живот, ребра и ключицами. Вот видно, приподнимается верхняя часть. Вот шея включилась. Выдох. Самую верхнюю. Пробуем вот чуть-чуть над ключицами держать пальчики. И поднятием, вдохом ключиц касаемся. Еще раз. Давайте три дыхания. Три полных дыхания. Живот, ребра, ключицы, вдох. Или так еще руки можно держать. Выдох, ключицы, ребра, живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Полное йоговское дыхание на фоне, на базе уджайи. Да? Давайте продолжаем. Руки через стороны. То же самое делаем. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Руки в горизонт. Вдох. На носочках поднялись. Ладошки вниз. Выдох. Поднимаем перед собой ступеньку такую по позвоночнику вверх, вдох. Развернули ладошки, выдох. Теперь внизу раскрываем ладошки в стороны и грудную клетку. Спереди раскрываем, вдох. Выдох. Теперь после вдоха задержка. Вдох. Вдохнули полностью. Сжали кулаки, на носочках встали, копчик вниз, подбородок на себя. Не дышим. Живот толкнули вперед. Отпускаем все. Выдох. Хорошо. Понаблюдайте, что поменялось. Физиология дыхательных, дыхания, дыхательные мышцы. Диафрагма, основные дыхательные мышцы. Диафрагма, вот то, чем мы животом дышим. Межреберные, внешние, внутренние мышцы. Внешние на вдохе, внутренние, если мы форсированно выдыхаем, на выдохе. Мышцы средняя грудная мышца. Шея, вот эти ГКС, грудинно-ключично-сосцевидные, лестничные мышцы. И еще спина участвует, там зубчатые. И, ну, еще остальные мышцы уже не так важны, но то, что мы именно, то, что дыханием занимается, это вот диафрагма порядка 70%, потом ребрышки, шея, когда у нас полный вдох, и грудные мышцы. Вот, это мы сейчас как раз активировали, да, вот этим дыханием.
Пальчики расправляем в стороны. Быстренько разминаемся. Нажимаем, разжимаем пальцы. Расправили. Вот так вот. Расправили. Нажимаем, разжимаем. Вверх. Полностью выпрямляем стороны. Вниз. Полностью выпрямляем пальцы. Полностью сжимаем. Выпрямили. И сжали. Хорошо. Расправляем все мембранки пальцев. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Тряхнули. Почувствовали ощущение. Вот. Каждый раз у нас будет добавляться новых ощущений. Наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем. Большой палец внутрь, остальными зажали кулачки. Угу. Кулаки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Покрутили. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Кулаки в стороны и вверх. Вверх. Хорошо. Макушкой ушли вверх. Тыльными частями кулаков в стороны. Копчиком вниз. Дышим. Полное дыхание. Вдох. Выдох. Натянули кулаки вверх. Указательный палец вверх. Вдох. Выдох. Вытаскиваем второй палец вверх. Вдох из кулака. Выдох. Третий палец вверх. Вдох. Выдох. Четвертый палец вверх. Вдох. Выдох. Пятый палец вверх. Вдох. Растопырили пальчики. Стороны. Хорошо. Сбросили напряжение. Покрутили вот в таком режиме. В локтевых. В одну сторону. В другую сторону. Сбросили. Почувствовали руки. И как это повлияло, вот эта манипуляция с пальцами, с кулаками, с кистями, ну и вообще с руками, на состояние внутри головы, состояние мозга нашего. Да? Давайте локти, ой, плечи вверх, назад, вниз, вперед. Вверх, назад, вниз, вперед. Круговые движения. Три, четыре. Добавляем движение позвоночника волной. Пять, шесть. Хорошо, вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Теперь по очереди. Раз, два, плечами три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, остановились. Руки подняли перед собой и бросили. Раз, два, три. Ритмичные махи. Четыре. И теперь пятый раз. Раз, два. Присели. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ритмичные махи называется. Техника. Три, четыре. Раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два. С подприседом пятый раз. Три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два,
три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два. Хорошо, отпускаем руки. Перистаза движения, руки вперед-назад. Раз, два. Тоже ритмичные махи, только в разноименные стороны. Бросаем руки. Подняли, бросили, подняли, бросили. И теперь обе руки в разные стороны. Круги делают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Теперь меняем направление. Из таза движения также. Руки как пустые рукава двигаются. Заглядываем назад. За спину. Смотрим вперед. Продолжаем то же движение. Смотрим точку перед собой. Выбрали точку перед собой. Смотрим на нее. Не сводим взгляд. Хорошо. Остановились. Правый ухо вверх. Пальчики вниз. Левый ухо вверх. Вдох. Выдох. Еще вниз, пальчики, вдох. Выдох. Правое ухо вверх, вдох. Выдох. Левое ухо вверх, вдох. Выдох. Голова прямо, повороты. Раз, два. Право, влево. Отведение головы назад, вперед, назад, вперед, назад. Угу. Ладошки на затылок. И теперь отведение головы назад, сопротивление. Вдох. С сопротивлением вперед двигаемся. Выдох. Назад с сопротивлением. Вдох. Вперед с сопротивлением. Выдох. Вдох. Выдох. Повисли. Почувствуйте, откуда начинается вытяжение, когда мы голову вот так вот свисаем, головой свисаем. Еще руками добавляем вес. Хорошо. С сопротивлением отводим голову назад, локти в стороны, вдох. Хорошо, выдох. Ладони. Лоб, в лоб, толкаем лоб назад, голову через лоб толкаем назад, сопротивляемся, вдох, сопротивляемся, выдох, вдох, включаем мышцы, вот, мышцы шеи, выдох, и еще толкаем, вдох, выдох, расслабили. Теперь толкаем сзади, вдох, выдох, вдох, выдох, толкаем вдох, отлично, выдох, расслабили. Правый висок толкнули, вдох, сопротивляемся, выдох, вдох. Выдох. Чувствую, какие мышцы включились. Вдох. Можно чуть-чуть наклонить голову
сторону руки, чтобы вот эти мышцы почувствовались больше. Ага, отпустили. И в другую сторону вдох. Выдох. Вдох. Вот, сокращенные мышцы чувствуем. Вдох. Выдох. Отпустили. Хорошо. Теперь голову отводим влево. Правое ухо вверх. Посмотрели вверх. В другую сторону. Посмотрели вверх. И начинаем рисовать восьмерку подбородком. Изогнутую восьмерку. Вот. Все видно. Вот. Наблюдаем, как шея похрустывает. Голову не склоняем вперед. Отводим назад. И теперь меняем направление. Отводим голову в сторону. Смотрим вниз. В сторону смотрим вниз. В сторону смотрим вниз. И продолжаем плавно двигаться. Хорошо. Замочек сзади. Замочек сзади. И поднимаем замок вверх. Вдох. Макушкой вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Локти. Локти назад. Ладошки смотрят вперед. Вот так. Локти ближе к туловищу. Дышим вдох. Выдох. Теперь отводим руки назад максимально. Поднимаем вверх пальцы. Вдох. Выдох. Руки вверх. Отводим максимально назад. Вдох. Выдох. В стороны локти. Вдох. Выдох. Локти вниз. Пальцы в стороны. Вдох. Выдох. В стороны, вдох, выдох, вверх, вдох, вниз сразу, выдох, вверх, вдох. Включаем структуру спины, широчайшие мышцы спины, при этом макушкой стремимся вверх. Отпустили все. Вчера делал ребятам, ну, таким молодым достаточно пацанам, ну, взрослым, я имею в виду, там, 30 плюс 40. Массажи спины у всех были одни примерно боли. Вот серединки спины, поясница. И причина была всегда у каждого из них вот такая. То есть голова вперед, это вот сидение за рулем, смартфон, компьютер, даже когда кушает человек. И вот это перенапряжение, перенатяжение задних мышц спины, вот этих задних структур, очень болезненно. И вот это искривление осанки, гиперкифоз, кифоз, да, у нас сутуливание. И вот все, что мы сейчас делаем, это на исправление осанки. Я думаю, это всех касается. Так, таз внизу, руки на вниз переходим, руки на крылья таза. Покрутили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правой ножкой покрутили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Поменяли ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь покачаем ногой. Правая нога.
вперед-назад. И разноименные руки. Раз, два, три. Вот это понятно, да? Теперь добавляем дыхание пхастрики. Пробуем. Если пхастрика в этом, при этом движении не получается, значит без пхастрики. Хорошо. Почувствуйте правую и левую ножки. Теперь вторую ногу. Раскачиваем. Раскачиваем, добавляем дыхание. Хорошо. Остановились. Спокойный вдох, выдох. Ноги широко ставим. Коленями в стороны. И начинаем такое круговое движение. Раз. Нижняя позиция. Два. Давайте с руками, как будто бы большой мяч переносим. Три. Ниже таз 5, 6, в другую сторону, раз, вдох, ой, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо, ладошки в колени. Тянулись вперед, параллельно полу. Спинка параллельно полу. Посмотрели через правое плечо вверх. Вдох. Вытягиваем спинку. Выдох. Вдох. Левое. Выдох. Правое плечо вверх, вдох. Выдох. Левое плечо вверх, вдох. Выдох. Правое вверх, вдох. Такие мягкие скручивания. Левое плечо вверх, вдох. Выдох. Опустились ниже таза головой. Локти в колени. Хорошо. Поставили ладошки в начало коврика. Отшагнули. Планки, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, сама головой вниз. Здесь вдох. Выдох. Носочках поднялись. Вдох. С правой стороны таз опустили вниз. Выдох. На носочках поднялись. Вдох. С левой стороны. Выдох. Вдох. Пятки в пол. Выдох. Колени в пол. Прогиб. Вдох. Дыхание уджайи. Выдох. Шумное сейчас. Давайте. Шумный вариант дыхания уджайи. Выдох. Вдох. О, выдох. А, шепотом. Забавлю голову вниз. Левая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох, руки. Замок. Вдох. Выдох. Отшагнули назад, правая нога, вдох.
Шагнули вперед, выдох. Руки через стороны вверх. Замок, вдох. Шумно дышим. Про себя выдох. О, о, а. Вдох. О, выдох. А. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Посмотрели вперед. Подшагнули двумя ногами. Вдох. Вытянулись. Выдох. Остались тут. Втягиваем живот после выдоха. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Руки через стороны вверх, да? Выдох. Ноги ширина таза. Вдох, выдох. Хорошо, сейчас три подхода делаем. Три подхода. Пхастрика. Резкий выдох. Извиняюсь, капалабхати. Дышим животом. Резкий выдох. Произвольный вдох. Потом полный вдох. Выдох со звуком ха и с растягиванием языка и глаз. В таком положении. Не понимаю, видно? Угу. Это будет у нас выдох вот так. И потом на прямых ручках стоим. Удьяна банха с нижним и верхним замком. Первый раз у нас будет удьяна банха. Второй раз агнисара дхауте. Третий раз, кто осваивает, или повторяем первое или второе, или пробуем на уле. Брюшной жгут вытаскивать. Поехали. Три подхода. Капалабхати раз в секунду. Дыхание раз в секунду. Вдохнули. И форсированный выдох. Тянули живот. Отпустили живот. Ноги вместе. Дыхание уджайи, руки через стороны. Вдох. На носочках потянулись. Выдох. Вдох. На носочках потянулись. Вверх. Выдох. И еще на носочках потянулись. Вдох. Выдох. Отлично. Ноги ширина таза. Капалабхати. Второй подход. Капалабхати. Чуть побыстрее.
Мощность добавляем. Выдохнули, вдохнули. После выдоха втягивание и движение стенки живота вперед-назад. Отпустили живот, ноги вместе, и руки вперед, уходим в мягкий прогиб, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Понаблюдайте, что меняется. Добавьте улыбку. Третий подход. Два раза в секунду дышим. Два дыхания в секунду. Вдохнули. И после выдоха удияна, агнисара или науля. Опускаем живот. Делаем вдох, уджайи, руки в стороны, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Следующие подходы – пхастрика. Более активное дыхание, полный вдох, полный выдох. И суставные будут гимнастические упражнения. Давайте вдох, выдох. Теперь задержка после вдоха. Вдох. Перестали дышать, голову еще не пережимаем. Щеки надуваем. Плечами двигаем вверх-вниз. Плечевая помпа. Да, вдох, руки в груди, выдох со звуком Х, форсированный выдох. Хорошо. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Вдох. Теперь мы задерживаем дыхание после вдоха и будем делать с задержкой дыхания какие-то упражнения на сжигание
кислорода и развитие различных структур мышц, ну, мышечных структур. Хорошо. Ноги, ширина таза. Следующее. Плечи и ладошки разворачиваются назад. Плечи назад уводятся. Плечи вперед, ладошки скручиваем в одну, в другую сторону. Хорошо. Выдохнули. Пережали большими пальцами нос. Сделали вдох, посмотрели вверх. Щеки надули. Опустили подбородок на грудную клетку. Не дышим, приседаем. Да, вдох. Выдох. Хорошо. Ножки вместе, руки вперед, в прогиб, вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Почувствуйте, что поменялось. Хорошо. Все время находимся в режиме наблюдения, что меняется в ощущениях телесных, что меняется в плане эмоций, чувств, психического состояния. Хастрика животом, удар хастрика. Подошку примерно на 2 сантиметра от живота и пробуем животиком. Доставать подошку. Хорошо. Делали вдох. Щеки надули. Одна рука вверх, другая вниз. Да, вдох. Выдох. Ножки вместе. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дыхание Уджайи, на вдохе звук О. На выдохе звук А. Хорошо. Теперь давайте сделаем 5 втягиваний живота подряд. Вдох, выдох, втянули живот. Вдох, выдох, втянули живот. 3 замка. Можно делать агнисавадхаути, можно делать наури. Любая манипуляция, важно, чтобы живот был втянут. Первый раз 5 секунд, второй раз 10, третий раз 15, четвертый раз 10, пятый раз 5. Вверх, вниз, да? Поехали. Все вместе. Вдох у нас будет, тело выпрямлено. Выдох.
согнуто, задержка. Вот третье положение, руки прямые. Запомнили? Давайте, вдох. Тянули. Вдох. Тянули. Сначала опускаем живот, потом начинаем дышать. Вдох. Тянули. Вдох. Тянули. Вдох. Отпустили живот, ножки вместе, руки вперед вверх, вдох. Вдох. Выдох. Сначала коврика идем. Руки через стороны вверх, вдох. На носочках поднялись. Выдох. Опускаемся вниз. Наклон. Правой ногой отшагнули. Вдох. Колено внизу, широкий шаг. Выдох. Собака головой вниз. Тянули живот. Колени в пол. Вдох. Давайте такое шоу у меня вот жаю. Выдох. Вдох. Планка, выдох. На правой руке вдох. Выдох, таз вниз. На левой руке вдох. Выдох, таз вниз. Планка, вдох. Выдох, локти сгибаем, четвертый. Собака головой вверх. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правой ногой вперед. Колено вниз. Вдох. Выдох. Ножки вместе. Наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон. Выдох. Левая нога назад. Вдох. Посмотрели через межбровье вверх. Выдох, собака головой вниз. Вдох здесь же. Выдох. На носочках встали, перекатились через носочки. Круглая спина, вдох. Пятки в пол. Выдох. Еще раз через носочки перекатили, вдох. И подошли руками к ногам. Выдох, пальцы остаются. На пальцах стоим. Согнутых. Вернулись, вдох. Пальчики в пол, выдох. Колени в пол. Прогиб, вдох. Кошка. Планка, выдох. Планки, вдох. Опускаемся на живот. Выдох. Ладони под плечи. Ребрышки вдох. Вперед потянули. Ребрышки в пол. Выдох. Локти в стороны. Вдох.
Выдох. Локти к тазу. Вдох и выше поднимаем. Выдох. Руки вперед. Вдох, ноги вверх. Выдох. Ноги вверх, руки назад. Вдох. Выдох. Пальцы ног, рук в пол, ладошки в пол. Вдох. Отжались. Выдох. Собака головой вниз. Тянули живот. Левой ногой вперед. Вдох. Колено в пол. Наклон. Выдох. Руки через стороны. Вдох. Выдох. Ноги ширина таза. Пальчики чуть в стороны. Вдох. Сели. Выдох. Руки в стороны. Разбегаем ноги. Вдох. Макушка вверх. Выдох. За левая рука сзади, правая сзади. Вдох. Выдох. Поменяли. Правая рука сзади, левая за спиной. Попробовали взять. Вдох. Выдох. Хорошо. Садимся. Вдох. Выдох. Поза стола. Пальцы рук вперед, пальцы ног вперед. Смотрим. Вдох. Таз между ног. Выдох. Между рук. Таз вверх. Вдох. Таз назад. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз назад. Выдох. Носочки на себя. Голова к коленям. Таз вверх, вдох. Таз к пяткам. Выдох. Откинулись назад, вдох. Колени вместе, плечи натянули. Расслабились, выдох. Еще расслабились, вдох. И расслабились, выдох. Чувствуем плечи, вдох, спину. Хорошо. Выдох на копчик. Сели. На вас на вдох. Выдох. Носочки на себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. От себя выдох. На себя вдох. Опускаемся на поясничку. Выдох. Вдох. Ноги висят, голова, смотрим пальцы рук к ногам, смотрим на ножки, и еще вдох, пятки вниз, выдох, потянулись вверх, вдох, и легли, выдох, легли, отдох, расслабились. Три глубоких вдоха, выдоха, вдох. Выдох. С выдохом все отпускаем, расслабляемся. Вдох. Выдох, все расслабили. Вдох. Выдох. Отпускаем дыхание, лежим, можно мягко улыбнуться и почувствовать все тело целиком. И добавляем расслабление, вот чувство расслабленности еще больше. И приятное ощущение наблюдаем. Чем больше расслабляемся, тем больше приятных ощущений.
Хорошо, подвигайте головой вправо-влево. Катайте голову вправо-влево. Сгибаем ноги, берем себя за коленочки, прижимаем ноги к животу. Ножки к животу прижимаем. Напрягаем ноги, руки, стряхиваем. Трясем. Останавливаемся. Берем себя за коленочки, сгибаем ножки и начинаем кататься вперед-назад. И в какой-то момент садимся. Можно взять подушечку, это не надо. Смотрите, как удобно. Неудобно на подушечке сидеть. Нет. Спинку упрямляем, макушка вверх, копчик вниз. С выдохом вес тела почувствовали. Со вдохом легкий вверх. Вырастаем. Добавляем улыбку. Если есть время, возможность, можно еще полежать в шавасане. Я с вами прощаюсь. Спасибо за участие. Всех благодарю от сердца. Дайте, нажмите на ладошку, там на пальчик, кто занимался и готов тоже закончить. Ага, дайте обратную связь. Спасибо. Давайте пожелаем счастья всем живым и чувствующим существам во всех мирах. Все, спасибо. Следующее, друзья, следующее занятие будет только в августе. Пользуйтесь записями, их очень много накопилось. Я пытался вспомнить. С какого числа, это вот ковид, когда начался, это сколько, 3 года или 4, 3 уже. Это 3 года, иногда по 2-3 раза в неделю, иногда нет, но в среднем 2 раза в неделю, 52 недели в году, это значит около 100 занятий в год, но где-то больше 300 занятий получается, может даже еще больше, потому что там в ковидные постковидное время, каждый день у меня занятия были. Ну, где-то 300-400 занятий прошло уже онлайн. И это все в записях где-то там где-то есть. Хорошо. ВКонтакте есть и вот здесь есть. Спасибо. До встречи.